72 волонтера из студентов Западно-Казахстанского аграрного технического университета имени Жангирхана оказывают помощь ветеранам войны и труда. Это не разовая акция. Такая работа в университете налажена и проводится ежегодно. Волонтеры разделились на группы, чтобы успеть до конца сезона навести порядок в домах и дворах ветеранов. Основная часть, кому оказывается в данное время помощь, это бывшие сотрудники вуза, находящиеся на заслуженном отдыхе. Годы берут свое и не добавляют здоровья пожилым людям. Некоторые, волею судьбы, остались в этом возрасте одни. Университет старается не оставлять их, проявляет заботу и поддержку. Волонтерская группа «Наследники Жангирхана» привели в порядок двор 95-летнего ветерана войны и труда Александра Федосеевича Кирпичева. Он прошел всю войну и встретил победу в Рейхстаге. За это вам огромное спасибо. Волонтеры пришли, работают, они помогают. Это участники войны. То есть в этом мы видим заслуга. Всех участников войны. Постоянная поддержка оказывается 14 ветеранам, которые нуждаются в помощи. Работа несложная, но даже с ней им справиться уже довольно трудно. 20 юношей и девушек быстро привели в порядок небольшой двор и намерены сделать косметический ремонт в доме ветерана. Сегодня мы решили посетить дом нашего ветерана Александра Федосеевича с моим волонтерским составом. Мы посетим всех наших ветеранов и поможем. Сегодня наши планы входят убраться во дворе, помочь ремонтом. Всего в волонтерской группе 72 студента. Важно, что для них это было осознанным и самостоятельным решением. Помимо ветеранов войны и труда, они оказывают помощь многодетным семьям. Екатерина Шмидт, Ербол Мендыгалиев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.